как говорят в таких случаях, потная катка. Очень долго на равных держались в конце, отпустили, как думаю, чего не хватило для победы вам сегодня? Защите не хватило концентрации, по сути, на самом деле. Очень много проваливались, быстро отрыв очень много отпустили. Ну и не попали то, что должны были попасть. Не в принципе много промахнулись, а вот когда нужно было попасть, промахнулись. Как ты соперник? Хороший соперник. Мы проиграли, как бы. Оказался сильнее, чем мы. Ну, я думаю, ты в сборную тур обязан просто попасть. Очень хороший матч. Да. Спасибо.